вот туда выйти. Да. Нет, не сейчас. Виктор. На лайк. Нан протон зымраны мақсатымыз осында. Рахмет. Ойлаймын. Бүгінде Ресей Федерациясы бағаны 120 миллионды әлі күнге дейін сол жерге келген зияндықты талап етіп, сондықтан сол жолда бәріміз бір болайық. Осындай азамат. Вот если вы видите, мы обращаемся к нашему президенту не только, чтобы он приостановил взлеты протонов. Мы также обращаемся к президенту о том, чтобы он прекратил интеграционные процессы с Россией, чтобы остановить Евразийский союз. Мы также против позиции нашего Казахстана, который одобрил референдум по Крыму. И это мы выражаем. Мы много раз писали к нашему и президенту, мы много раз писали нашим представителям госорганов, очень много писем, много слов, да, говорили, но они вообще не реагируют и не смотрят. Сегодня мы хотим послать нашему президенту иное послание. Оно выглядит вот такое вот. Это, если вы замечали, это есть такой психологический круг доверия. Вот он, наш народ, это круг доверия. И вот здесь находится президент. Он вне круга. Пока. Пока гептил взлетает, пока мы будем в российской интеграции, наш президент, он будет вне этого круга. И поэтому мы ему предлагаем, одумайся, будь ближе к народу, да, и отмени протон, отмени союз с Россией и не признавай референдум по Крыму. Ваша акция не санкционирована, вы знаете, да, об этом? Я знаю. Еще предостережение зачитаю. Ну, давайте. Закон о порядке проведения мирных собраний. Казахшерго. Казахшерго. Я. Хорошо. Ну-ка. Затечай. Нет цензуры. Уркен, на камеру. Прокурор района должен... Прокурор района должен сначала засчитать, потом уже вы должны хватать. Почему вы превышаете свои полномочия? Вы же должен под эти будут прокурор стоять. Почему прокурор не подходит и не разъясняет мои права? Почему он не прокурор не подходит?